Камеру включи, мы сейчас вот у Наташи спросим. Мы даже чуть-чуть. И вот сегодня у нас, Наташа, вы с ТВЦ, точно. Да. Все понятно. Но вообще на ТВЦ я несколько раз выступал. Понравилось. Да. Но вопрос тогда возникает другой. А как вы лично меня нашли? Это не так сложно. Можно в интернете набрать, народной медицины, посмотрите, нас специалистов. Понял. В том числе и вас. Поэтому остальное лишнее в Крыму. Невозможно, возможно. Если бы вы были каким-нибудь там малоизвестным доктором, находившимся в Сибири, под елкой сидящим сидящих людей, тогда, наверное, был бы характерный вопрос. Как мне дальше? Давайте мы сделаем так получше. Давайте за ремень сзади просто заходим. Вот я тоже. Да. ТВЦ, по-моему, народные, вообще медицинские передачи даже и нету, да? Почему? Наша программа, наша здоровье. Наша здоровье. Она в какое время идет? По вторникам, утречком, 10:30. А, то есть она не каждый день она идет, да? Она не ежедневно. А как? Ну, как вы себе представляете, на ТВЦ программа каждодневная здоровья? Нет, уж ни один этот самый нас не пропустил. Вот, поэтому по вторникам. Да, да. Пропустил. Вот сейчас я запускаю очень мощный проект. Хорошо, дай Бог. Знаете, какой? Нет. Медицина всех стран и народов. Здорово. Ну, вы говорили как раз вот до этого. Здорово. Спортом не занимались раньше? Нет. Никакие? Только интеллектуальный читатель. Бег за камерой с препятствиями. Ну, тогда вот прекрасно. У нас как раз бег – это одно из основных занятий. Кстати говоря, очень интересная вещь. Мы, кстати, можем и снимать, потому что сейчас мы занятия, а потом вы уже смонтируете. Вот, кстати говоря, вот там идут занятия, очень интересные. То есть не за счет только. Может быть, я и начну говорить. Может быть, давайте начнем занятие. Вот мы сейчас снимаем просто лайфом занятия, как вы делаете, а потом уже да. Здесь как раз идут занятия, да. Мои специалисты ведут занятия. Заключается в том, что я собирал самые уникальные методы, которые дают потрясающие результаты. И вот больше всего, так, волей судьбы, наверное, жизнь меня направляла, что больше всего это были рецепты, которые связаны с лечением травм. Это и переломы, ушибы, вывихи. Причем я хочу сказать, что некоторые как бы позиционируют меня как народного целителя. Я не народный целитель, я врач, закончил первый мединститут. Но я поставил себе цель, что человеку не важно, кто его вылечит, народный целитель, хирург хороший, потому что я как бы делю людей на мастеров и не мастеров, а не на народных целителей и, так сказать, классическую медицину, потому что в каждом есть свои мастера и есть дилетант, и мастеров их не так много. Вот я действительно учился у мастеров, которые действительно дают прекрасные результаты. Вот то, чем я занимаюсь, как бы основное направление, это безоперационное ускоренное лечение травм. Причем здесь собираются самые разные методы. Это и костоправство, это и контакты с ведущими хирургами. Я хочу сказать, что травматология у нас одна из лучших в мире. Имею право говорить, потому что центром в Европе. В Востоке было, я считаю, что действительно хирурги у нас очень хорошие. Но у нас практически нету настоящей реабилитации. Вот это огромный минус. И поэтому получается, что сделав даже хорошую операцию, человек не выздоравливает. Потому что если реабилитации нет, результат настоящего не будет. Часто делают операции тогда, когда не надо. Часто человеку укладывают гипс, и человек уже всю жизнь становится больным. И поэтому то, чем я занимаюсь... Принцип заключается в том, чтобы сделать так, чтобы начинать с маленьких движений, восстанавливать внутри ту систему, которая нарушена. Это и связочный аппарат, улучшение кровообращения внутри кости, снятие страха, улучшение координации. И если правильно делать ту реабилитацию и то безоперационное лечение, которое я делаю, то человек после травмы должен чувствовать себя лучше, чем до травмы. Это вот видите, идут занятия с, не со спортсменами. Но потихоньку у нас даже люди, которые не занимались спортом, становятся спортсменами.